Как часто в вашей жизни появляется проблема нехватки финансов? На что вам может внезапно понадобиться незначительная сумма денег? И главное, где ее взять? С утра сломался смеситель. Вот хотел его поменять, а он стоит сейчас порядка 2000, наверное, этот смеситель. Завтра у друга день рождения, но я такой друг, что забыл. И вот сейчас нахожусь в поисках, где взять деньги на подарок. Внезапно в Калининграде наступил день жестянщика. Необходимо переобуть машину. Где взять деньги? Вчера была в магазине. Столько всего и по привлекательным ценам. Сейчас буду думать, где занять деньги. Такая хорошая новость. Мой друг женится. Вчера только вот сообщил, нужны деньги на подарок. Попробую обратиться в службу срочных займов. Получить небольшую сумму на руки оказывается гораздо проще, чем вы думаете. Для этого не нужно обращаться в банк, ждать одобрения и предоставлять массу документов. Выгодная альтернатива банковскому кредиту – микрофинансовые организации, зарегистрированные в едином госреестре. Вам понадобится лишь паспорт гражданина Российской Федерации, но есть и еще ряд незначительных условий. Возраст от 21 года, стабильный доход, постоянное место работы и регистрация на территории Калининградской области. Обращаем внимание, сумма минимального займа составляет 2000 рублей. Существует три вида займа: стандартный, льготный и эксклюзивный. Стандартный займ от 2 до 10 тысяч рублей с процентной ставкой 2% в сутки. Льготный займ от 2 до 20 тысяч рублей с процентной ставкой 1,5% в сутки. И эксклюзивный займ от 2 до 20 тысяч рублей с процентной ставкой 1,2% в сутки. Например, если вам необходимо взять займ в 5 тысяч рублей, то через 3 дня возврат будет 5300. Еще одно неоспоримое достоинство срочных займов – расширенная сеть офисов. А это значит легкая доступность практически в любом районе города. Компания «Микроденьги» – это доступное, а главное – быстрое решение вашей проблемы. Здесь вы найдете целый спектр услуг по выдаче срочных займов. Благодаря гибким и прозрачным условиям работы можно выбрать вид займа и погасить его не только в офисе, но и переводом на расчетный счет. Компания «Микроденьги» выдает займ без залога и поручителей. Время оформления от 15 до 20 минут. На индивидуальных условиях займ может выдаваться свыше 20 тысяч рублей. В вашей жизни появились незапланированные расходы? Срочно нужна незначительная сумма денег и буквально на несколько дней не ищите сложных путей. Не тратьте время на поиски денег. Звоните 53 53 32.